Асфальт волнуется раз, асфальт волнуется два. Старую детскую игру про море иркутские автомобилисты могут играть прямо на объездной дороге Университетский Первомайский. Еще бы, по таким волнам впору кататься на серфе, а не ехать на машине. Водителей такое положение дел не устраивает. Перестроиться из полосы в полосу не только трудно, но еще и небезопасно. Да и комфортным такой проезд назвать сложно. Дороги-то вообще не делаются у нас. Налоги мы платим, а дороги-то как таковой нету. Колея это вообще затрудняет движение. Ну, как по стиральной доске, то же самое примерно. В мэрии нам объяснили, что такая колейность – явление редкое, но возможное. На этом участке оно появилось из-за интенсивного движения большегрузов. Логика простая. Большой поток тяжелых машин тормозит у светофора. И асфальтовое покрытие как бы вытирается колесами. Проблема существует уже не первый год и с каждым месяцем лишь усугубляется. Глубина колеи на этом участке составляет около 5-7 сантиметров, а протяженность почти 100 метров от остановки «Ботанический сад» до пересечения с улицей Вампилова. Ждать ремонта на проблемном участке осталось совсем недолго. Оказалось, что он уже стоит в планах городской администрации. К работам приступят в ближайшее время, чтобы успеть закончить их к 15 октября. При этом перекрывать дорогу для ремонта не придется, так как его будут делать большими картами. В таких случаях асфальт на одной полосе снимают за одну ночь, а на вторую асфальтируют. Автомобилистам лишь остается надеяться, что новое дорожное покрытие продержится дольше старого. Дарья Эйвазова, Андрей Назаров, новости по будням.